Всем привет, друзья! У меня к вам вопрос. Повседневная посуда или праздничная? Каждый день у вас на столе. Очень здорово иметь в повседневном использовании посуду, которая поднимает настроение, красивая или навевает приятные воспоминания от путешествий. Живите и радуйтесь сейчас. Посуда должна быть красивая каждый день. На этом столе у нас красивая посуда. Это португальская керамика. Такая довольно-таки тяжелая вот тарелочка в руке. Красивые принты. Вот такая вот тартовница, тарелка на ножке, подставка. Выглядит очень современно. Можно обновить свою посуду на каждый день. И цены, в принципе, очень доступные. Там в порядке 100-150 гривен за единицу. Так, тут у нас по распродаже какие-то миски-салатники. Вот желтые ценники нам подсказывают, что скидка. Вот. На этом столе очень классная посуда. Это турецкий производитель. Это фарфор. Очень интересные формы тарелок, мисок. И принты. Вот есть цветы, лаванда и так далее. Также вот я вижу тут тарелки с орнаментом. Вот 4 дизайна. Можно подобрать себе нужную по форме тарелочку, мисочку. Вот. И очень доступные цены как для фарфора. Вот. То есть 100 гривен в среднем стоит тарелочка. Очень рекомендую обновить вашу посуду. На этом столе представлена посуда собственного бренда Epicenter. Это Bella Vita, это керамика. Вот, произведенная в Китае, но очень довольно-таки неплохое качество. Выглядит отлично, нет никаких недочетов. Блестит, интересные цвета, вот такие вот как потертости. И, в принципе, доступная по цене посуда. Тарелочка как глубокая, так и вот для первого, второго стоит порядка 100 гривен. Можно подобрать себе тарелочки, мисочки, вот даже вот сервировочные блюда и чашки. На этом стенде представлена продукция немецкого бренда Heimich. Вот такой набор 18-предметник стоит 1369 гривен. Это стеклокерамика, симпатичные дизайны, но я ознакомилась с отзывами. И девушки на сайте пишут, что да, посуда красивая, приятная, но крайне неудобная в использовании. Вот неровные тарелки и как бы... Девушки не ожидали такого качества от Германии. Так что будьте внимательны. Еще один стенд с фарфором. Это чешский фарфор. Всем любимая серия с уточкой. Да, если полностью собрать, тут продается поштучно, если полностью собрать весь сервиз 27 предметник, получится стоимость где-то 13 тысяч гривен. Я знаю, еще продаются к нему отдельно формы для выпечки и подносики. Также тут представлен, смотрю, вот немецкий фарфор, да, Кахла, Made in Germany. И вот одна такая тарелочка, вот на примере глубокой, стоит 300 гривен, 398. Есть такие цвета. Вот тут уже на этой полке идет ценник с распродажи. Так, вот такая вот тарелка. Тоже фарфор с золотым кантом, с принтом. Это собственный бренд тоже Epicenter сейчас по распродаже. Вот на этом столе еще немного керамической посуды. Вот такие вот бульонницы, тарелочки с таким прованским принтом. И однотонные. Бульонницы, миски, тарелки, салатники. Также вот цветные тарелки Bella Vita. Это эпицентрский собственный бренд. Вот в зеленом цвете, в молочном и в красном. Очень сочные, теплые, приятные. Их можно между собой комбинировать. На этом стеллаже фарфор польский. В трех цветах – серый, голубой, розовый, тарелочки, кружки, чашки, салатники. Очень неплохое качество, вот симпатичная глазурь, хорошо вот так выполнены все продукты. Симметричные вроде бы края, я уже так присматриваюсь.
Вот. И, друзья, поделитесь в комментариях, важна ли посуда или то, что все-таки мы в ней подаем. Если вам понравилось это видео, не забываем ставить лайк, подписываться на канал и делиться этим видео с друзьями. Пока-пока!